такая древняя могилка. Соловья Валентина Дормидонна. Учитываю все пожелания. Да. Смотрите ролики с кладбища. Кстати, на Кольском кладбище. Вот, я сейчас стараюсь меньше трясти камер. Тут и современные могилы есть, и давно старинные. Ну, 21-го года. Могилка. Мальчик какой-то. 16 лет умер. Или погиб, не знаю. Старается говорить тихо, кто здесь на ходу много ходит. Они все поймут. Молитва на могилке. Интересно. Не видно, не видно. Не обойти просто. Какой контраст. Старые могилки и свежие. Допустим, там вообще все перекопано. 22-й год. Еще один 22-й год. Да. Тут уже пусто. Не знаю, что произошло. ...1985 года рождения. 32-го. Крепина. Ну, как обычно, муж с женой. И жена умерла раньше, то есть позже мужа. О. Отец с сыном. Оба, наверное, военные служили. Это могила в перемешку. Свежие. Древние, свежие, длинные. Ну как древние? Конец 19 века некрополь. Вот этот, называется некрополем-то. Вот, примерно могилка 64-го года. Умер человек. Но, судя по всему, ухаживает за ним. Цветов особых нет. Чего нет, но... Ну, чистенько, аккуратненько все. И кто-то там курил, наверное, пепел. Вот целое захоронение. Похоже, одни родственники. Сверловый, Подсученко. Великий. Много здесь. Ну и Волков еще затесался. Вот смотрите. Это все одна территория. И вон там красивый памятник. Промарский Дмитрий Владимирович. Не знаю, кто такой. Но цветы стоят свежие везде. А нет, это искусственные. Хроним Тивенти, Тивенти, Георгий, короче. Надо же. Это из этих могилок. Что здесь не отойти? А дальше? Так вот, можно снять. Растыков. Вот это издалека. Почему только продумали, сами? Второй не знаю. Вот такое еще. Здесь есть сооружение. Такой памятный крест. Написано, что крест возружен на месте Троицкой церкви. По произведению Божьей, уцелевшей при сожжении города Колы в 1854 году. Здесь была церковь. Такие-то детки похоронены. Наверное, близнецы или двойняшки. Машинки. Больше ничего нет. Не знаю, сзади машины написано, зад не указано. 53-го года могилы вот такие старые здесь есть, новенькие. С стороны пусто. Что за птица такая? Ладно. Дальше. Красиво здесь. Погода сегодня жаркая, можно сказать. В тени плюс 18. Сегодня какое? Сегодня 20 мая. Да. Так, здесь погреблены участники Великой Отечественной войны. И три неизвестных солдата. Личная память. Тут даже с фотографиями, там, знаете, плакат, фотографии. Некоторые из них.
Андрусенко. Кстати, Тулис называется Андрусенко. Короче, с него. Тут еще известная личность похоронена. Вновь Василий Иванович. 1832, 1897. Советник, уездный исправник. Вот он, на гробе. Что здесь и однотипные гробы. Памятники. Фотографии на граните. Черные. Везде-везде одинаковые. Много-много. И крест редко попадаются. Так много здесь. Одинаковые все. Может, такая гранитная мастерская, которая делает именно такие памятники. Вот, раньше нам такие делали, там встанет. Видите, вдаль, если ее захватит. Там везде вот такие вот фотографии на граните. Честно говоря, я такого не видел на кладбище. Ну, были, но что в таком большом количестве. Я вижу в первый раз, честно. Обратите внимание, везде, везде, кругом. Видимо, здесь автобус, автобус на заднем плане. Ну, кладбище небольшое, уютное. Единственное, что какой-то он странный. В плане, что везде гранитные надгробия и без крестов. О, там, я смотрю, выход есть. Дырка в заборе. Посмотрим, что там. Ну, для разнообразия кто-то сделал цветную фотку. А так вот везде такие все. Ну, тут я вижу или семья, или уже, скорее всего, семья. Родственники. А тут выход на дорогу. Залив. И там набережная. Войска. Ладно. Все не кладбище, на кладбище ходим. Может заглянуть? Для разнообразия. Интересно, зачем она для цветов? Горшок. Советская классика, как говорится. Хотел две могилки. Дерево выросло. Тут кто-то когда-то приходил, чай пил. Ну, где-то столик. Дело что-то пил. Скамеечки поднимал. Держи могилки, как всегда. Могила не советская, но в советском стиле сделана. 6-го года. Странно. Это рядом такая же, видимо, уже не уходит. Давно-давно. За это уже... Хотя нет. Кто такой здесь принес? Кто-то приходит, но не ухаживает. Вот еще старый. Нет, это 1971 года. Шмель летает. Ладно. Вряд ли видно. Камера не возьмешь. Народу здесь сегодня много. Борка. Все убирает, что-то красит. Краской пахнет. Я здесь первый раз. Не знаю, приду или нет еще сюда. Но мне, честно говоря, наше городское в Мурманске больше понравилось. Кусает. Фу, мушкара уже появилась. Буквально позавчера снег шел.
Так, мне кажется, я уже здесь был. Да, я был здесь. Тоже в советском стиле, хотя с крестом. Это называется советским стилем, но не знаю, как называется у него такое вот. Да, я здесь приходил. Значит, я пойду. Не могут люди вечно быть живыми, но счастлив тот, что будут помнить имя. Написано. Какой-то спортсмен, футболист. Пойдем поближе, гитарист. На одном все на гитаре, на другом человек с футбольным мячиком бегает. Да, сейчас стоим в них. Интересно, ту бабушку зовут Арина или это просто нянечка вот этого молодого человека, Сережи? Читайте, то стихи, в стихах. Конфетки лежат. Первый раз я увидел конфеты. Когда маленький был, я ходил по кладбищу, собирал конфеты. Деревни. Там их было довольно много. Да, многие оставляли на могилу конфеты. И я их ел. Собирал, ел. Такая же история была в монастыре. Приехали мы. Ну, где-то в одном из походов по кладбищу рассказывал. Приехали мы на кладбищенский храм. Никого не было. Мы цемент привезли. Еле ждали, проголодались. Так, кладбище, пошлите. Вон там еще ручки. Пошлите. Иду собирать с кладбища. Меня никто не захотел. Я пошел, набрал печенье, конфет. Сижу, ем. Они говорят, делись. Говорю, идите, собирайте сами. Ну, они пошли, собирали. Так мы с голода не умерли. Вот. Ну, и помянули тех, за кого были принесены эти продукты. Вот крест. Он как валяется, не знаю, как по нему ходить. Это сделано интересно. Смотрится красиво. Вот такой крестик. Подождите. Оригинальная такая монетка. Посетим сверху. Уютно. Значит, перестанет. Все, я пошел к выходу. Кладбище маленькое, но все небольшое, конечно. Может быть, еще приеду. Погуляю. Не надо, конечно. Ладно, пахнет, уже пшеница началась.